Привет, друзья! Вы на канале Супер Тима Геймс. И сегодня у нас игра в кальмара. Такие классные аксессуары можно найти в магазине Лёва. Ссылочки есть в описании. А сейчас поехали! Итак... Вот мы. Тут произошло обновление. Да, тут есть обновление, и вроде бы как можно даже стать этим самым охранником поиграть. Если нам повезет, то может быть даже и получится. Не, ну вообще можно становиться в любом случае охранником, для этого надо заплатить денежку. А. Да. Все как в настоящей игре прям. Мы пока не будем платить денежку, мы, может, нам повезет. Так, ждем. Нам осталось... Хорошо, что тут нельзя разбиться. А хотя давай проверим. Ну ты вроде бы прыгал. Так. Самая высокая точка. Вот туда бы еще... Вот туда бы еще упасть, да? Вот сюда бы еще залезть. Ну, нужно какие-то крылья тебе прилепить. Ну давай, прыгаем. Там еще минута. Можно еще побегать и попрыгать. Пики. Да. О, началось. Музончик. Гейммод классик. Сейчас, вон. И вот. Ой, меня сюда затянули. Все, тебя затянули. Тебе никуда не деться. Не, я вылез. Но меня опять у нас. Так. Еще чуть-чуть, еще 10 секунд. Какие-то новые картинки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И что это такое? 0. Так, поехали. Ну, поехали. Squid Games Games. Опа. Опа. Так, у нас поменялось. У нас есть удар. И что нам теперь делать? Супер пушес. А, во-во-во. А, давай. Плеер, вот смотри, 5% шанса, что я буду вор. А ну-ка, ворд. А, мы играем. Нет, я плеер. А могло быть попасть я, на охранника. Вот есть кнопка охранника. Стать охранником. Ага, ну можно было прикупить, но у нас пока что все стандартно. Да. Ой, пошли. Да чё? Ты еще жив. Он бежал. А, вон охранник, смотри. А, охранники могут всех убивать? Как бы захотят? Не-не. Ага. Фе-фе. Они будут пытаться, но они нас не смогут. Сейчас. Так. Как вы видите, тут изменения такие, что вон некоторые игроки стали охранниками. И сейчас они... И чуть в этом деле... Пытаются нас привалить. Расстрелялись как, а? Так. Давай, еще чуть-чуть. Ну, времени у нас полно. Ты чё? Остановись. Есть. Я думал, ты уже все. Да, он что-то... Вот, видишь у этого чувака вот такой значок? Ага. Это из-за того, что он двигался, пока видит его кукла. Ага. И получается, и теперь его охранник может с одного-двух выстрелов прибить. А если не успевает, то он все равно пробегает, получается. Да. О, тут больше шансов, потому что не все же там метки. Стрелки. А ты уже ас. Кстати, я еще видел этот. Не понял, они что это убрали? Да нет, какой-то, может быть, не лазили. Не-не-не-не-не-не. Чтобы не лазили по голове. Через пару дней после этого обновления, ну, оно вот работала такая штука, что можно было... Аж на вот те ветки залазить, помнишь? А мы в прошлый раз не могли. Но они, походу, опять добавили. О. А, нет. О, еще чуть-чуть. Смотри. Опа. О, мы царь горы. Смотри, вот тут стенка, видишь, стеклянная. Ага. Если ее перепрыгнуть. Так в фильме, в реале, то есть, там тоже как бы все находилось в помещении, в специальном ангаре. Поэтому тут вот так вот. Там просто за вот этими вот кустами там бездна. Так, я же убрал. Так. Чат тоже там чатится.
Не, я вот это сейчас убираю, но он вылазит. Ну, заканчиваем давать. Хорош там стрелять. Пью-пью-пью. Буду курсорами по ним. Давайте пулемет. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну? Сейчас посмотрим, чем это. Да хорош, мы сейчас будем шум. А что у нас сейчас? У нас сейчас печеньки. Ну, вроде. Да, если мы каким-то не будем этим. Серики дошли до конца. Или выбили их. Да, у нас сейчас печеньки. Да. О, нас всех выстрелили. Так. Ну, чё? Давайте нам печеньку. Только не спеши. Если печенье сломается, вы будете уничтожены. Здесь еще какие-то супер пушес. Не знаю. Звездочка. Давай. Самое простое, что может быть. Давай, 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 аккуратненько только. То самое простое может закончиться не самым простым. Не, ну, что еще так. Не самое простое. О, но мы пока что никогда не поехали на этих. Все. Нас на сотах. А если убежать от охранников, прикинь, знаешь, кого-то цель поставили. Это будет тяжело. Ну ничего, зато есть шанс выжить. Ты вот видишь, вот порассыпались. Ага. Если проследить, возможно, вот это вот... А, все, это тоже вылезло. Все, все вылезли. Ура, 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 ура. Угу. Тут, по-моему, времени меньше сейчас дали, чем в прошлые разы. Да-да-да, мы тогда сидели дольше, вырезали. Вот видишь, вот эти вот порассыпались, вот они неправильно сделали, и это даже вот эти двое пытались даже убежать. Так, у нас сейчас махалка. Отличная получилась печенька. Так, сейчас мы будем отдыхать, типа. Угу. Так, время отдыха, сейчас нам будут давать по голове. Или мы кому-то. Кстати... Ты уже спрятался? Нет. Это... О, вот у охранников всегда есть пистолет, но они нас не могут сейчас пристреливать. А нет. Когда они могут нас пристреливать? Это вот пошло время, но они пистолетом нас все равно не могут прибить, вроде бы. Угу. Ну или они, если будут пытаться, то очень маленькое количество жизни будет сниматься. А если они возьмут биту, когда нам выведут их, угу. Вот тогда они будут нам снимать нам жизни, как все остальные игроки. Вот гады. Да-да, вроде бы охранники. Но. А занимается все той... Я залез в такое место, где мне никто не должен идти. Посмотрим. Что-то. Кроме только Ники может меня спалить. О, смотри, там уже кого-то огребли. Это не тебя? Не-не-не, я вот. Ну и что, залезешь ко мне? Ну давай, давай, попробуй. А что это за место? Ну, кровать такая. И там надо прыгнуть с какого-то другой высоты. Не, чтобы... видишь, она между кроватью. Это кровать между кроватью. И она даже не на один ниже или на один выше, она на несколько. Вон, бежит сверху. Там охранник этого. А, нет, это кто-то убегает. Может, там кого-то уже прихлопали. Там еще чуть-чуть. Вот там вот два. Так красного. Это охранник, по-моему. Вот это? Да. Или мертвый? Ну, он не мертвый, там с красным, и он в красной одежде. Там охранника на... Вот. Вот а это нет, это не зеленый. А я думал, это охранника, думаю, уже вылечили. Так. Мы себе отдыхаем. Да, мы себе тут сидим и не двигаемся. Можем взять еще в руки биду, если к нам кто-то залезет. И сделаться от первого лица. Так. Так, сидим, сидим, сидим. Там уже половина. Всех уже переубивали. Переубивали. Меньше народу, больше пустороду. Меньше толкаться будет сейчас на этих, на прыжках. Давай, давай. Давай, давай, давай. Кстати, обновление было, теперь тут могут быть как прыжки, так и не прыжки. Да. 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 Я очень надеюсь, что это будут не прыжки. Да, Тима на любимое занятие, это прыжочки там, это он всегда... Прыгать, лазить! Всегда он на них палится. Так, давай, все, закончили, мы выжили. Ух, все хорошо отдохнули. Но, на самом деле мы даже... Да, смотри, охранника таки привалили, смотри. Плюс. Прикинь. Хо-хо, вот это его, да, дали ему жару. Ну, теоретически он может возродиться. Но теоретически его не осталось. О, смотри, да, другое. О, прикинь. Блин, вот тут вот было бы хорошо, если бы все-таки было много народа. Ну все, что надо, а что тут надо делать? Ждать, пока все пройдут, а потом пройти уже по ихним этим. По ихним следам, а надо прыгать. Да. Блин, а тут такой большой. А что? А я еще могу выжить, я еще могу выжить. Ну прыгай давай, только куда? Убежать надо. Не понял. Так он тебя убили. Так был же только один охранник. Ну и что? Так, ну что, мы возрождаемся? А. А, я понял. Наблюдение или вернуться в лобби? Не, вернемся в лобби, еще раз попробуем. Вот это вот.
Еще разок сейчас попробуем. Может, удастся пройти подальше. Сейчас узнаем. Сейчас чуть-чуть еще. Давай, еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай, давай, давай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Вперед! Давайте вперед. О, все. The Squid Games Games. Так, кого нам сейчас дадут? Кто-то упал сразу в обморок. Нам дадут. Сейчас посмотрим. Вперед-назад. Назад-вперед. Кто? 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 Лэрри Гвард. Лэрри Гвард. Лэрри Гвард. Лэрри Гвард. Опа! Гвард! Крутёк! Сейчас мы будем гонять за охранника. Прикольно. А ну-ка, чего тут надо делать? Так. Перейди на другую сторону. Перейди на другую сторону. К тем домикам. Да. Так. Так, пока мы будем вас стрелять. Ой, что ты дергаешься? Так. Она как... Она как... Что, как ты целишься, неудобно. Другого тут нельзя. Это Роблокс. Так. Есть кого-то снять. Можно только еще от первого лица, но все равно больше курсорчиком. Кто-то там лежит вообще вдалеке. Да. Еще в самом начале кого-то снесло. Так. Давай, давай. Еще в самом начале кому-то снесло. Кому-то. Идем, 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 идем. Вроде никого. Все уже боятся. Все понимают, что тут на Диком Западе. Так. Ну-ну-ну. О, вон как раз. А, давай, а смотри. Прыгай, смотри, убегает. А, все. А что, если не это самое, то получается... Да. Да, вот тут, ё-моё. То есть туда можно просто даже вперёд. Сзади, смотри. Проболтал цель. Тима проболтал цель. Ну, тут можно просто взять и быстренько пробежать. Так. Давай, давай, еще чуть-чуть. Все игроки дошли до конца. Классно им. Ну, или умерли. Так, все игроки. Мы что? Не, мы печенька не режем. Мы с этой стороны. Угу. Мы убиваем всех, кто их неправильно режет. Так. Так, ты решил. По-ковбойски с пистолетом. Так, печенька, поехали. О, кого-то уже уложили. Ага. Вон. Вон, давай, еее, попадание. Смотри, смотри, давай, по ней, по тому, о, еее. Кто-то же не вставал. Так. Тот притворяется. Вот справа. Да, еее. Так. Кто тут еще? Так. Так, кто тут? А ну-ка, признавайтесь. Кто еще остался? По-моему, все уже остальные остались. Все уже прошли. Угу. Ты точно труп? Бах! Бах! На всякий случай. Да. Контрольный. Чтоб уже не встал. Так. Чё смотришь? Сейчас носа как... Так. Отличные получились печеньки. Да! Да-да-да. Так. Теперь нужно всех погонять. Главное, чтоб самого не загоняли. Так. Ну что? Рекомендуйте нам объединиться с другими игроками. Да-да-да. Спокойной ночи, сладких снов. Так, давай. Сейчас посмотрим. Где наша большая дубинка? Дубинку гоните! Вот он говорит, я забыл, что вы получите дубинки для... Для защиты. Защиты. Опа, и вот он нам их дает. Давай. Пусть выживет сильнейший... Троечку. Так, тут главное, чтобы еще самого не прибили. Ой, смотри, нам дали под зад. Да, вон чуть-чуть меньше. Так. На! Сгиньте, враги! Ну, у нас восстанавливается жизнь. О, прикольно. А у всех восстанавливается. Все восстанавливается. Где его? О, ты смотри, какая его. Мы потеряли регенерацию. А? Кто понял? Смотри, какая, видел? За на заднюю.
Это он. И он. Они там обои. Они нас хотят убить. Они хотят нас уничтожить. С чего бы? Мы что, ни при чем? Нет. Вообще. Мы же не специально. Фронтмена бить. О, давай этого добьем. Как тут можно было промахнуться? Ну, в лицо вышел, напрямик. Смотри, они все равно тебя хотят убить. Да хватит меня убивать. Сейчас будем их убивать. Я же вас перестреляю потом. Я переформатирую. Он сейчас этот стрелит. Так, у нас жизни остановились. Можно чуть подышать. Смотри, это опять это... Настя. Там написано было. Написано было Настя. Так, смотри, он бежит. Давай, он спрятался. Вот чувак BMW видел. Ник BMW. Так. Иди сюда. Смотри, как бежит быстро. О, нам под зад дали опять. Давай. Иди отсюда, нечисть. Так, давай. Ушастая. И смотри, а у него вообще живой там, без потерь жизни. Они все восстанавливаются. Вот гады. Так. Бей их. На. О, Настю можно было довалить, но мы не успели. Да. А там кто-то умер, видел, там дубинка валялась. Охранник? А, нет. Не-не-не, там просто дубинка валялась отдельно от тела, теперь дубинка пропала, а тело появилось. Ну, дубинки отобрали. Так, ага, вот любимые твои прыгалки. Да, но я охранник, поэтому я внизу, я буду за ними следить. Он, смотри, чудак как погнал уже. Смотри, пил. Смотри, вообще себе такой нормальный. Давай, наверное, сейчас будет падать, наверное. О, есть, первый пошел. Блин. Так вам уже показали, как прыгать. На. Так, а, понимаешь, он-то перепрыгал по целым. Да-да. А этот самый, а тебе все надо уже целиться там как-то попадать. То есть, по прямой пошел, смотри. Эх, кто самый первый? Забежит, зажимаешь пробел и дабл, и бежишь. Все, Настя ушла. Еще какой-то. Все, почистили. Все игроки, там буквально пару штук осталось. Ну. Так. Это что такое? Перетягивание каната. О, какие-то штуки. Появится кнопка, нажимай на нее настолько быстро. А зачем? А вон они, игроки наверху. Нам нажимать надо на кнопку? Не, нам не надо. А, это им надо? Это им надо. Ага. А мы должны их убивать. Устрею. Как классно за охранника играть. Да, ты в любом случае побеждаешь. Только тебе вот сюда вот в счетчик побед ничего не высвечивается. Да, вон там кто-то упал, ну-ка, помоги. А, давай. Помоги. Не. Сгинь. Есть. Че смотришь, стреляй. Можно еще в самый низ упасть, но не хочу. Так, да, за что там делать? Не, ну чтобы они как только падали, чтобы было легче попасть. А тут тоже не надо нажимать, не? Нет. Они вообще что-то стоят, смотрят, ничего не делают. Они ждут чего-то. Чего ждут? А тот чувак умер, они там в чате договорились. Вот гады. Ну, давайте. Ну, это на самом деле, я не знаю, что это за штука. Зачем она нужна? Опа, там кто-то. Вот. Там еще какие-то эти... Сейчас его добьют. Все. Все еще живы после этого? Впечатляет. Все еще. Так, это у нас рады всё. Видеть вас снова. Тут их вообще мало, только не знаешь, за кем бежать. Ну, либо ты раз, и кто еще? Два. Джел, это что? Эй. Так. Ну всё, а что, один остался? Не, два их там было. Два. Ну, кто-то побежал вон туда наверх. А вон еще одного уже прихлопали. Не, это с первого раза, я так понял. Да, он так и лежал там. Труп. Да, возле. Труп не аннигилировали. Возле. Вот, видишь, светится вот. Имена светятся. Раз, а второй нет. А второй где-то наверхах. Где-то залез и видел его. Да, вот. Интересно, чувак. Где-то залез и сидит на. Блин, я его испугал с этого. Наверх залазь, смотри, там они где-то есть. О, вот, бей. Чё? Как он так прыгнул? Так как прыгнул? Вниз прыгнул просто. Нет, у него где-то... Так, Лёха. А, вот он где. Иди сюда. Второй, оставшийся. Сейчас мы вас всех порешаем. По-моему, там человека три. Три? Да. Не знаю, я вижу только двух. И может и одного. Так, Лёха. Может, он скины и меня меняет. Так, давай. Иди сюда, сейчас на тебя. Да давай, добивай его. Смотри, ну тут тяжело, время мало, слушай, не успеваешь. Вообще, кто-то с пистолетом решил уже не бегать. Не бегать. Вот он наверху, давай. Как бешеный. Где-то тут он спрятался, вот он сидит.
Не будем махать палочки, а, тут мы будем смешивать. Он спрятался, видишь, как ты любил прятаться на предпоследнем этаже. Причем оно случайно так получается. Да? Да. Так, смотри, вот. Один, два, и тот Леха еще остался. Да. Три человека. Вон, сидит, он еще не вылазит даже. Выходи уже. Не боись. Опа. А вот это что такое? Так, шары. Это, по-моему, шары. Это шары, ну я понимаю. В этой игре вы будете пытаться угадать, четное ли количество шаров или нечетное. Ага. А где их угадать? Если вы ошибетесь, ну, вы будут угадывать две... участники. Ага. Если будете правы, то все. Если у вас закончатся шары, вы умрете. В общем, тут надо угадывать или не угадывать. Но то есть, если ты правильно, то тебе... Нет, игрокам. Угу. Если они правильно, то они получают один шар. Если они неправильно, то у них забирают два шара. Ага. Так. Ну, так вот следишь за ними. Кстати, вот тут за ними следят. А где еще один чувак? Его могут поймать, и... А, вон он. Прыгай. Я бы куда-то... Пошли туда пойдем, посмотрим, что он там делает. Ну, на его месте куда-то бы залез. Все пошли бы в одну сторону, я бы пошел в другую. Куда идти? А зачем куда залазить? Здесь кто-то не вижу, какие шары это? Они там угадывают? А это, да, им там, наверное, высвечивают. Угу. Какие там шары. Так. Бах. Бах-бах. Ой. У тебя глюк. Тебя уронили. Меня углючили. Отключили. От питания. Интернет отключили. И полетели. А тут столько комнат, слушай, для такого количества народа. А смысл? Нет, это не для количества народа, это для того, чтобы кто-то мог спрятаться. Допустим, если если будет убегать от нас, да? Да. Ясно. Там все равно же цель сверху лежит. А он может, знаешь, он может упасть, как мы падали, и все. Попробуй, он уж подымает. Так, все, все живы. По-моему... У меня больше, чем 0 шаров. Так. Но, смотри, он уже сразу же с целькой у нас. А нет, это там, где мы бежали, это ж поле. Это те, кого мы уже уложили. Ну, то что-то нарисовали. Так, это им, походу, надо... А, подожди, один проиграл вот тот, последний, что... Да. Да, да, да. Вот, остались эти двое, должны завалить себя друг друга дубинкой. Ну, валитесь друг друга дубинкой. Да, этот Леха вообще уже этот самый, смотри, он не жилец практически. Дышь. А ты ничего, наверное, не сделаешь. Не-не-не. И зачем тогда нужны эти охранники сейчас? Чтоб добить. Чтоб посмотреть. На это шоу. На это шоу, да. Так. Солнышко встает. Да, солнышко встает. А у нас тут сейчас трупик получится. Из кого-то. Да. Из Лёхи или же не считаем. Из Лёхи, потому что у этого... Ну, вот знаешь, он сейчас может скакать, знаешь, вылечиться. Хотя нет, да нет, всё. Всё, какой-то победитель у нас есть, парень, наверное. Амогусик. Так, congratulations, Амогусту... Амогусту... Топчик. Какой-то Амогусту топчик. Амогус Пончик. Всё. Thank for playing Roblox Squid Game. Ну, вот так вот мы сегодня победили. Поиграли. Даже поиграли за охранника. И победили даже в этом деле. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.